градами, просто градами доставали до Харькова, насколько я понимаю. А потом начали летать самолеты. Это уже над нами летали. Над высоким летали. Ну так было, сидим в этом в доме и слышим, летит. И такой ракеты пускали. В основном ночью летали. В основном летали ночью самолеты. А градами днем мы уезжали. Чисто случайно, в общем, подвернулось два места в машинах, в частных, и мы выезжали 2 числа, 2 марта. Если живы останемся, то встретимся в Харькове и отметим это дело, если живы останемся, и война закончится.